Всем привет! Пользуясь минуткой, хотел ответить на вопрос, точнее рекомендацию хотел рассказать тем, кто планирует покупать прицеп. В частности, хочу раскрыть вопрос по выбору ширины прицепа. Вот я сейчас еду на автомобиле Subaru Outback и за собой везу прицеп шириной кузова 1.5 метра. Вот хочу сказать, что вообще идеально, то есть в зеркала обзор идеален. Сейчас попробую показать. Вот как видно в зеркале заднего вида прицеп. То есть я вижу и сам кузов прицепа, при этом я вижу сзади идущий автомобиль, я вижу колесо, вижу габаритный фонарь белый. В связи с этим хочу порекомендовать всем клиентам, которые имеют автомобиль-кроссовер, начиная с кроссовера, внедорожники, я вам рекомендую прицеп шириной кузова 1.5 метра. Потому что если вы зацепите себе прицеп шириной кузова 1.23 м, то вы его практически не будете видеть. То есть он теряется за автомобилем. Вот. Тем клиентам, которые ездят на стандартных легковых автомобилях, это Приора, да, возьмем за стандарт, то я рекомендую ширину кузова 1.23 м, либо 1.37 м. То есть эта ширина кузова будет идеальна для вашего автомобиля. Ну а так, если есть потребность, вы можете ширину кузова брать любую, даже на Приору можно взять кузов шириной 1.80 м, если, конечно, есть в этом потребность. Спасибо большое за внимание, всего доброго, до свидания, пока.